Я знаю, что ваши дети приходили к нам. Да. У них были определенные вопросы. Да. Мы их решали, да, и успешно решили. Очень успешно. Очень успешно. Очень успешно. Мы не будем говорить, какие вопросы, какие дети, да, потому что каждый приходит со своей болью, со своей какой-то, да, проблемой, да, да, да. И все это глубоко личное и интимное, правда? Да. Никто не хочет трясти своим бельем на людях, правда? Ведь жизнь – это такая штука, закрытая, да, закрытая история. Всяко, да, в жизни бывает. И никто не хочет ничего там не рассказывать, и никто не гарантирован ни от чего в жизни. Но мы просто можем сказать, что вот была проблема, была, и её не стало. Не стало. Сейчас в вашем доме хорошо все? Отлично. Все улыбаются, радостные, счастливые. Все, 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 все. Я вижу, вы светитесь, как новая копеечка. Поэтому я пришла. И поэтому вы пришли уже со своей проблемой. Да, да? Но вы-то не стесняетесь, наверное, да? Да, что потому стесняться? Что, ну, как говорится, есть проблема, надо, да, немножко похудеть, правда? Да, надо, надо. Но вы бы, может быть, и не пришли, если бы с вашими сыновьями не приключилось, согласна, бы хорошее такое, да, да, интересное событие, да? Да, 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 да. И говорят, что вот дурной пример заразителен, но и хороший пример тоже заразителен, правильно? Да, да, да. Ведь народ очень мудрый, он все знает. И мы просто с вами уже начинаем работать над вашей проблемой. Хорошо. Избавление от алкогольной, пищевой, никотиновой зависимости. Анонимно, индивидуально, за один сеанс. Доктор Гужагин. 89 72 52. 89 72 52.